Итак, догорает закат еще одного длинного июньского дня. Я надеюсь, что вам понравился Мышкин, чудесный, провинциальный, тихий, спокойный городок. А мы с вами движемся в сторону Умического шлюза. Половина 12 ночи у нас по расписанию Умический шлюз, и завтра с 7 утра весь день мы будем подниматься в 6 ступенек шлюза канала имени Москвы к Химкинскому водохранилищу. И в 22 часа завершим наш круиз. Пожалуйста, работники ресторана приглашают первую смену питания на ужин. Приятного аппетита!